Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с трагическими событиями во Франции в своем обращении к руководителям муниципальных образований отметил: «Паника неуместна. Прошу обеспечить особую бдительность управляющих компаний и управдомов, а также сотрудников автовокзалов и торговых центров. Администрация района просит жителей в случае подозрительных ситуаций звонить в службу 112, взаимодействовать с правоохранительными органами». Участники премии «Наше Подмосковье», не вошедшие в список победителей, будут отмечены в спецноминациях. Об этом сообщил председатель Совета по присуждению премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» Евгений Князев. В спецноминации попадут участники, отмеченные членами экспертного совета по присуждению премии. Это те заявители, чья деятельность, на взгляд членов совета, является значимой, важной и нуждается в дополнительной поддержке. В Московской области действует акция по сбору и утилизации отслуживших автомобильных покрышек «Шина 2015». Акция должна была завершиться в конце ноября, но организаторы приняли решение продлить ее сроки до 20 декабря. В рамках акции все желающие могут бесплатно сдать на утилизацию отработанные автопокрышки. Акцию проводит Фонд рационального природопользования при поддержке Министерства экологии и природопользования Московской области. Всю подробную информацию можно получить на сайте eco-fond.ru. Продолжается льготная подписка на газету «Видновские вести». Всего 626 рублей 16 копеек, и целый год вы будете в курсе событий, происходящих в районе. Льготная подписка проводится по адресу: город Видное, проспект Ленинского комсомола, дом 6А. Обращаем ваше внимание, что подписку на первое полугодие 2016 года можно оформить в любом отделении почты, но стоимость будет значительно выше.